Поехали! Такая тема. Говорит, один фраер, он сидел чисто там 15, на свободу с чистой совестью вышел, туфельки лакированные, штанишки Adidas. Ай-яй-яй. Да, пальтишка кожаная, кипченочка. Выходит, смотрит по сторонам, никто его не встречает, братвы нету. Он думает, что такое, нету братвы. Уже ж за 15 лет уже все ж забыл. Смотрит кафешка, думает, в кафешку зайду, подожду. И заходит в кафешку, только к столику так присел. Тут раз подбегает к нему официантка. Что желаете, пожалуйста, меню? Он говорит, да не, маленькая, слышишь, забодяшь мне чайку. Она говорит, вам какой, белый, красный, зеленый, черный? Он, подожди, маленькая, подожди, не кипишуй. Сделай мне на свой вкус. Она, хорошо, убегает, подбегает к бармену, подходит к бармену, говорит, Толя, посмотри, вон, мужчина какой-то сидит, вот в кошке, в кепочке, чаю заказал. Как ты думаешь, какой ему чай? Он так дыбанул, говорит, значит так, кипятишь литруху воды, закидываешь туда вагон индийского чая и неси. Он говорит, да не балуйся, ну, я тебе говорю, по делу, ты же спросила какой, неси такой, он будет пить. Она чефир такой забодяжила, приходит с этой кружкой чефира, и муж бах ставит. Он так, спасибо, хлебнул, чувствует такой чефир, он, уху-ху-ху-ху. Маленькая, это ты на свой вкус? Она говорит, да. Покидала тебя. А слышишь, это тоже так на лавочке пионер сидит, в галстуке, знаешь, книжечку так читает. И тут из кустов пьяный вылазит и говорит так, о, мальчик, ты что, пионер? Он говорит, да. Да! Нет. Нет! Я не знаю.